Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Святитель Иосиф, епископ Алавердский, один из 13 святых сирийских каппадокийских отцов, основателей грузинского монашества, сведения о них помещены 7 мая. Он, как свет вожделенной девственности, с ранних лет избрал иноческий жребий, придя в Грузию со своим учителем святым Иоанном Зедазнийским. Святитель Иосиф поселился в Кахете в безлюдной и бесплодной Алавердской степи. Здесь он начал свои аскетические подвиги. Духовная сила его была столь велика, что его не трогали даже дикие звери, а степные лани приходили к нему и питали его своим молоком. Один из кахетинских вельмож во время охоты оказался в Алавердской степи и был так поражен, увидев святого Иосифа, стоящего на молитве, что остался с ним. Молва о пострижении этого вельможи и о святой жизни преподобного Иосифа распространилась по Кахетии. В Алавердскую степь к святому Иосифу стали стекаться ревнители благочестия и подвижнической жизни. Так возникла обитель и был сооружен храм в честь святого великомученика Георгия. Избранный в настоятели обители святой Иосиф с отеческой любовью заботился о братьях монастыря и о духовном просвещении Кахетии. Языческие суеверия еще не были искоренены, и святой Иосиф с крестом в руках часто оставлял монастырское уединение и отправлялся на проповедь Слова Божие. Народ кахетинский, видя святую и непорочную жизнь преподобного Иосифа и его искреннее желание послужить им, с охотой и радостью принимал евангельское учение, оставлял свое неверие и языческие обычаи. Святой Иосиф составил катехизис, утраченный в XVI веке, по которому учил веренную ему паству. Завершив под конец жизни свое высокое служение, святитель Иосиф затворился в тесной келье для полного безмолвия. В 570 году последовала мирная и блаженная его кончина. Святитель Иосиф был погребен в храме святого великомученика Георгия в Алаверди. В IX веке на место прежнего храма был воздвигнут величественный Алавердский собор, в котором слева алтаря от алтаря у северной стены под спудом покоится тело святителя Иосифа. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.